Ну а сейчас в парк вы там будете слушать джаз и смотреть на город мастеров. Когда город мастеров уехал из Сестрорецкого парка, праздник не уехал, а продолжается, правда, вместе с дождиком. Ну а тем, кто уехал вместе с городом мастеров, сюда стоило вернуться, как и нам, переодеться, посушиться, чтобы продолжить отмечать 697-летие нашего города. Сегодня здесь, в Сестрорецком парке, играет джазовый концерт. Больше 6 джазовых коллективов из Сергиева Посада, Зеленограда и Солнечногорска. Да, не удивляйтесь, отыграв свою концертную программу на дне города Солнечногорске, они возвращаются на день города Клин. Практически всякий джаз здесь, да. Клин дом. Столица – это работа, а Клин дом. Отличные парни. И музыка приятная. Во всех отношениях. Второй коллектив пока играет, да? Вот. До конца будем сидеть. Пусть дождь, нам не страшно. Те, кто остался, значит, хотели остаться. А кто-то сразу ушел к Ледовому. Джаз – непопулярная музыка, зато живая. А это, согласитесь, во все времена красиво. Мария Новицкая, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.